И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же в попытках выжить и пройти игру, что самое главное. Кстати, да, у меня такое сильное желание не умирать. То есть вот без повода, ну прям когда уже совсем без вариантов сдох, ладно, фиг с ним. Я хочу не умирать. Вот прям в идеале, короче, ни разу вообще не сдохнуть. Вот так вот я хочу. Я знаю, что не получится, но все равно хочу. Ну и давайте немножечко расскажу и покажу свой домик. Это основной дом. У него будет подъем на второй этаж. Здесь вот такое вот место. В целом мне нравится то, как оно сделано. Конечно, да, если были бы большие окна, было бы еще круче, но это только возможно, когда у меня будет в металл, надо будет поесть, в металл, и там будет кристальные эти стены. Ну, то есть это уже в будущем. Здесь подъем на второй этаж, и здесь уже будет что-то где-то, там будет видно, что именно. Здесь перилки, ну, так, потому что красивее. Разбиться не разобьюсь, но так красивее. Здесь у меня выход. То есть здесь у меня... Вот насчет этой перилки пока что не знаю. Но как вариант здесь вот так сокращу. И здесь я хочу поставить печки и верстак. То есть у меня вот так вот они будут стоять. Пока что еще не знаю, но подумаю. А, здесь чилзона. То есть это чисто будет чилзона, и вот здесь это будет, да, наверное, не буду ничего делать. Пока что еще, в общем, хочу верстак и печки вынести наружу. Типа, ну, камон, печка, вот эта дымящая печка внутри помещения, да, я задохнусь. Ну, если вот так вот уже рассуждать, то это можно задохнуться, типа. Поэтому почему бы нет? И плюс шары, ядреные, все дела, вот это вот все. Вот, и как бы здесь внутри уже будет только уже что-то такое. Ну, посмотрим. Здесь еще будет разграничение на комнаты. Как вариант, вот здесь что будет идти стена. Вот так вот. Здесь будет вход, типа, и вот такой подъемчик. Типа, вот так вот. И так далее. В общем, будут разграничения. Что конкретно будет, не знаю. Это будет потом, а не сейчас. Вот. И, собственно, что у нас здесь? Металл перебабахался, что самое главное. И экс дерево. О, давай все дерево сюда. Все равно его ни на что не хватит. Так что там. Сейчас нужно будет идти добывать дерево. Почему? Я же там бегал, почему я не добыл дерево? Тише, пассатише. Сделал вот такой вот саваш мода костер. Он жарит как мясо и делает тухлятину. Мясо, да, он автоматом тебе жарит мясо, но он тебя создает тухлятины. Много тухлятины. Да, ну я теперь и жареное мясо есть, и тухлица тоже дофига. Ну, кстати, жареное мясо почему-то у меня много, тухлица вообще мало. Хотя почему так жарилось, что ли, быстро. Ну, вот так вот выглядит снаружи. Пока что неказисто, но потом будет видно, что как я. Я специально сделал окна, потому что я окна никогда не делаю. Вот реально, у меня никогда нету окон, у меня всегда коробка, а тут я решил делать по красоте. Обычно я пытаюсь что-то придумать, но тут я решил. Все. Вот чисто по наитию. Как будет, так и будет. Кстати, из такого я решил добавить музыку на фон. То есть она автоматом идет. Музыка на фон без редактирования. Вот, и... То есть, соответственно, это просто чисто фоновая музычка. Что сейчас будем делать? Сейчас нужно будет сделать верстак, и нужно будет... мать твою за ногу. Не то нажал.
Хотя не мне щенкам нужно. Тика. А, ты в руках вообще создаешься. Классно. Значит, сейчас будем томить Тега. Так. Дерева немножко добыл, хватит. О, нормально, хватит. Я имею в виду на пережарку, на какую-то мелочушную подстройку и так далее. Не могу пройти мимо, это металлическая руда. Я теперь знаю, что это металлическая руда. Теперь вообще мимо пройти не могу. Типа, камон. Как можно пройти мимо металлической руды? Ну, а нужно будет загонять на ту гору, и там уже добыть нормальное железо. Классно, скажется. А сейчас все-таки сделаю верстак. Вот, нормально. Здесь, короче, будет стоять верстачок. Здесь пару печек. Здесь будет заборчик. Вот такой же, как и везде. Угу. Чё, качнуть? Да, здоровья. Ну, во. Вот. Вот так вот, чтобы это разграничение было. И здесь будет такой спуск вниз, типа навеса. Вот. Ну, а здесь уже будет вход в чел-зону. И так что, да, вот этот проход, он образовался случайно. И, да, он все-таки здесь нужен, без вариантов. Здесь поставлю пару столов. Стол поставлю, возможно, лавочки даже чисто вот чилзона, отдых под деревом, классно же, почему бы нет. Вот, а здесь будет такая мини-мастерская, печки туда перенесу. И что у нас дальше? Кстати, инструменты бы сразу же сделали, давай уже сразу же сделаем металлические инструменты, потому что могу и хочу. Вот, потому что уже задолбали меня эти дерьмовые инструменты. Вот. Сразу же давай глянем. А что ты, блин? Забывай переключиться. Кожа, жопа. Жопа кожа. Вот это жопа кожа. Так, и что мне еще нужно? Что еще хотел сделать? Так, ну, это понятное дело, у него пока что нет ресурсов. Да черт его знает. Так, давай сделаем вот так скинчик. Так, так, это можно выкинуть. А, кровать. Потому что эсплюсовскую поднять можно, а обычную нельзя. Вот такая вот фигня. Пришлось ее сломать. Так, поставим ее здесь, кроватушку. Здесь, я думаю, возможно, складское помещение у меня будет. Там будет видно, что у меня где. Но кроватушки поставить пока что не повредит. А, арбалет! Арбалет, я вспомнил. Вот, вот. Все в ряд подряд делаю и вспоминаю. Арбалету. Арбалету и вот это. Арбалет для оглушения, так как он лучше лука, что логично. Так, надо будет к воде, когда спущусь, обязательно набрать воды, не забыть. Так, арбалет я сделал, и это хорошо. Дальше, что мне нужно? Мне нужно сделать стрелы. Стрела штук 100 наделала. И транквил стрелы. А для них мне нужно будет вот здесь сделать наркотик. Наркотик. Отлично. Тоже вполне достаточно. Так, немножко закадрия, и я готов. Поставил рефрижератор. На холодос, по-простому говоря.
для того, чтобы первосортнику сюда закинуть. Бегал у меня здесь стега 8 левла. Ну и, в общем, я его убил, так как кожа нужна была. И, собственно, выпала первосортинка. По-быстренькому сделала рефрижератор и этот селитру, чтобы мяско не портилось. Да, буду птерчика томить, буду первосортинку ему его кормить. Ага. А, я вот такой вот. Молодец. Забабахаем сейчас еще немножечко стрел. И грацанем. Кстати, да, сделал такой вот столик. Столик это для переделки S плюс в обычный и обычные в S плюс предметы. Ну а сделал я его для того, чтобы просто тупо на столике у меня стоял ступный пестик. Это же клево. Опять-таки же, эта идея пришла мне в прошлой попытке выживания. И вот как-то так все. Я сейчас так задумался, а где этот стега? Я его что-то не вижу, большого своего стега, который здесь бегал. Вот он, класс, фух, класс. Такс, это ты. Да, 64 левел, это ты. Такс, берем, заряжаем и да, все правильно, и стреляем. Такс. Погнали, за мной. Ты мне должен ближе к дому подойти. Сейчас мы тебя подведем поближе к дому. И чтоб там уже... То есть, если что, я мог тебя защитить получше. Так, включаем дальний свет, потому что уже вечереет. Куда отошел? Ну-ка за мной. Молодец. Беги. И... Хэдшот! Ой, ё-моё. Ну... С моей скоростью бега это как бы мне вообще не страшно. Ну как не страшно? Ну почти не страшно. Все равно, что собака-то быстро бегает, так что это... Вот. Но вот на этой полянке уже можно спокойно его оглушать. Во-во-во. Про что я и говорил, что он побежит, и чтобы далеко он не убежал. Вот, отличненько. Оп-оп-оп. Стрелочки на месте. Спит родненький. Отлично. Сейчас мы тебя покормим ягодками. У меня там и наркобырь есть, и эти мажабырки есть. Так что проблем с этим не будет. Вот они мажабырки, вот наркобырки. Все есть. Насколько я знаю, все травоядные... томятся мажабырками лучше, чем обычными. Понятное дело, овощами еще лучше, но как бы нету их, что поделаешь. Кстати, развести огород было бы неплохой идеей. Но в любом случае, 64 левел. Очень даже неплохо. Давай посмотрим, что будет. 3,6%? Нормально. Плюс 31 левел, почти соточка будет. Неплохо. Ну, там, как итог, будет 30-ка, но неплохо. Но ждать я шатал сколько. Займусь другими делами пока что. Очень удобная функция. Вспомнил про нее практически сразу. И, если честно, очень сильно удивился. 0,1% отнялось только на 4-й кормежке. То есть у меня сейчас будет стека 95-го лавла. Хм, неплохо. Ой, по крайней мере, мне это явно нравится. Ну и, конечно, эта функция просто чудо. Когда бежишь куда-то, ты уже смотришь, что, где, как. Самое главное, смочь навестись. Ну, как бы, с прицелом по центру это не так-то уж и сложно. И бегаешь, добываешь ресурсы. Главное, чтобы вот так вот не багалось. И замечательно. Здесь установил печки снаружи. Вроде как нормально, но по идее бы еще бы немножечко увеличить. Но боюсь, не получится, так как уже будет торчать сильно над. А это неправильно.
поэтому, возможно, одна тут печка будет. Либо я здесь что-то переделаю, и там будет видно. И начал уже потихонечку размечать стеночки, что как обдумывать, скажем так. Да, добыть дерево у меня еще дофига. Ну и еще хотел, думал, весь пол заменить на каменный. Не так-то уж и много у меня есть, что ресурсов в плане дерева. В общем, добыча дерева — это приоритет номер один. Хотя добыча других ресурсов тоже вполне неплохой приоритет. К примеру, тот же металл. Явно пригодится. Уж, я думаю, металлическая броня будет намного лучше тканевой. Ну и стойкость стал качать. По крайней мере, хотя бы перестал замерзать по ночам. Это уже хорошо. Ну и все, продолжаем ждать, пока он притомится. Опаньки! Честно, даже не заметил. Услышал. Офигеть. 68 левел. А, да, вот. Покормить, чтобы в последний слот все дела. Не, обезьяну томить точно не буду. Но, блин, я даже не думал, что она здесь будет. Я, если что, просто бегаю, дерево добываю. Заметил, что его у меня мало. Пошел дерево добывать. А тут обезьянка. Классно. Даже не знал, что они здесь обитают. Прикольно. Давай уже томись быстрее. Едить колотить. Вот услышал все-таки. Благо на стега не напал. Слышу. Шлеп, шлеп. Сидя в доме. Сраный трактор. Я знаю, что они здесь спавнятся, бегают. Но, блин, я не думал, что он так быстро прибежит. Обычно они там дальше. И сюда они не так часто добегают. Очки желтые лучше. Там вроде бы куда-то в болото падает. У меня как бы хп отходит дофига. Падать все равно страшно. Опа, че? Иди сюда. Мне хитин нужен. А тут цементную пасту даже сделать не мог. Без хитина. Надо, кстати, на берег наведаться. Там трилобиты должны ползать. И я должен добыть хитина. Мне нужен хитин, кератин, в смысле. Так, все нормально, все нормально. Крю, вообще мажабырки, это просто огонь. Классно. Не, я понимаю, что это у меня там настройки, наверное, все дела вот это вот. Но, блин, мажабырки все равно классные. То есть, в этом плане они намного лучше, нежели обычные ягоды. Стоит кое-кому запомнить уже за столько лет игры. Да. Я думаю, она это... Хотя, не запомнит. В следующий раз опять будет томить, и будет томить не тем. Со словами, я даже и не помню, что мажабырки лучше. Да. Ну, а овощи все равно лучше. А вообще нету. Так что кушай ягоду, нефиг тебе расслабляться. Храпит еще. У стега должна быть последняя кормежка. А на желтый луч нужно сходить. Он мало того, что желтый, так еще и желтый с кольцом. А у меня... желтые вроде 60-го лава. Тем более, надо будет сгонять. Но для начала давай уже. Кушай. Едишки, пассатишки. Так, седло. Седло я сделал. С третьего раза, но сделал. Отлично. Так. Хоп-хоп-хоп. Кстати, точно мажабарки. О, наркобарки, я забыл совсем про них. Кача. Кача. Так, ну... вопрос. Ты там вообще это... закаленные пластины? What the fuck? Так,
Ты траву-то вообще лутаешь? Ай, ладно. Сейчас разберемся. Должен же ты траву лутать. Блин, вечный ген на эскейп шоу. Надо вот это уже отключить просто. Так, ладно. Медленная жопа. Какого фига ты не лутаешь? Что здесь? А мне надо сгонять. Куда? Так, что, все на месте. Арбалет есть, волосы тоже сделал. На всякий случай, как вариант, не помогут, но все-таки. Надо взять в руки сразу их. Подожди, ты даже вроде бы и не на болоте. Так, стрекозу пробежал мимо нашего, будет потом о ней вспомнить. Ой, да ладно, это даже не на болоте, вообще класс. Угу. Я даже вроде никого не вижу. Так, 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 так. Эп, говно. Просто говно. И это желтый луч с кольцом. Ну не говно ли? Ешкин кот. Сейчас надо просто отсюда рвануть уже подальше. И не хочу, не хочу здесь останавливаться, смотреть, что там говно. Еще сильнее, так сказать, расстраиваться. Ну да, пистолет и седло. А учитывая, что я изучаю автоматом все, то это говно. Ну хоть стрекозу где-то здесь видел. Надо будет залутать ее сейчас. Так, ну, по крайней мере, я разобрался, что именно от того, какие у тебя пластины, то он и добывает. Тяжелые пластины для добычи идут, если не ошибаюсь, для добычи дерева. Так, ну-ка. Заточенные. Это вот это как раз таки вроде бы для добычи. Ну, в любом случае, то и то добывает. Сейчас нужно будет просто проверить на дереве. А вот эти закаленные пластины, они как раз таки ничего не добывают, но наносят хитрешенько какой урон. Ну, то есть имеют пробивную силу брони, то есть эти шипы, они намного сильнее бьют. А, тяжелые пластины вроде бы еще и защиту дают, что ли. Да, все еще в Википедии говно русское, а с английским я, скажем так, не владею. If you played effect, так, detail. Ага, ну, типа вот это вроде пробивное имеет. Да, то есть вот добывает он не очень. Зато может добыть дерево, но по большей части солома. Вот это он добывает все и... А, нет, тоже солому. Но ягоду он добывает уже сильнее. В любом случае, он добывает ягоды. И это клево. Это то, что мне и нужно. Ну, соломка с деревом не повредит. Ну, а вот это... Это уже дамаг. Урон. И все дела. Вот, ягоду он уже не добывает, зато наносит. Ну, по крайней мере, так как я понял. Если не так, то нафиг. Зато разобрался. А, когда последний раз я томил стега, там он совсем другим был. Такс. О, 11 левелов. Скорость, естественно, передвижение. Потому что могу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, давай, давай. Раскрутывайся. О! Погнали. Быстрее пошел. Все, огонь. Замечательно. Только вот так вот. Вот так вот.
Оп. Да, все-таки вот так он добывает ягоды побольше. По крайней мере, мне так кажется. Я так буду верить в это. О! Зато вот эти вот они добывают дерево. Которое шарпнес. Ну, заточенное. Вот, я же помню, где-то читал, что какое-то из них дерево добывает. Это чисто дерево добывает и чуть-чуть солома. Класс! Теперь хоть дерево не топором рубить. Хотя, уже перевес. Вот такие вот дела. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Только вот сделаем. Ну, так, так и так. Все, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Что там еще? Не знаю. Короче, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.